То, что империи не будет, мне кажется, очевидным. Не будет. Для этого нет никаких физических оснований. Значит, ну, во-первых, все будет зависеть от того, как будет идти украинская война. Если украинская война будет идти для Путина хорошо, то наиболее вероятный вариант развития дальнейших событий – это то, что я называю «Северный Иран». Это такая иронизация России. То есть превращение ее в такой вот, ну, православный шариат со всеми вытекающими атрибутами отсюда. Цензура, жесткость, страх, посадки, установление смертной казни там, и так далее и тому подобное. Ну, вот Северный Иран.